чемпионату мира готовились отлично, все было на высшем уровне. Я стал вторым, хотелось бы первое, но получилось так, что стал вторым. Сделал болевой сопернику, он не сдался и в итоге проиграл. Да, самая тяжелая схватка была в финале. Боролся с черным поясом, итальянцем, проиграл ему в тех, по баллам. Организация все отлично. Хорошая обстановка, все нормально. В первую очередь хотел бы поблагодарить своего тренера Ибрагима Гагаева и всех организаторов, всех, кто принял участие